проплывающие за окном природные красоты – еще не все, что может привлечь внимание пассажира. Достопримечательности города – повсюду, на дверях, на стенах. Так творчески на Куйбышевской железной дороге подошли к оформлению нового дневного экспресса «Уфа-Самара-Саратов». Бонусы в этом дизайнерском вагоне буквально повсюду. Вот так едет турист из Уфы в Самару и думает, куда бы отправиться в первую очередь. А на стене уже есть карта знаковых мест, где изображены памятники, которые к тому же исполняют желания. Есть и карта Самарской Луки, и обязательно календарь туристических событий, чтобы знать, когда вернуться в Самару в следующий раз. В составе будет 7 вагонов, купейные, плацкартные и с сидячими местами. Вместимость поезда около 400 пассажиров. В оригинальном оформлении будут 3 вагона, по одному на каждый из городов. Здесь установлены кондиционеры и биотуалеты. И простор для творчества в стиле селфи открывается великолепный. Здесь вагоны с местами для сидения, и для пассажиров будет интересно встать, сфотографироваться, где-то что-то посмотреть. Время в пути от Самары до столицы Башкортостана 6 часов 40 минут, что на 1,5 часа быстрее, чем в автобусе. Мы 3 региона уже совмещаем между собой. Вот в этом его уникальность. Это первый на сети железных дорог, когда 3 субъекта федерации захватывают за один световой день. Утром составы будут отправляться из Уфы и из Саратова. В обед прибудут в Самару и поедут дальше, соответственно, в Саратов и Уфу. Останавливаться в пути будут почти на всех промежуточных станциях. В расписании ежедневные рейсы. Торжественный запуск первого поезда намечен на 10 июня. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.